Мебель Хенч, очень узнаваемо. Сочетание стали, латуни, натуральной кожи, дерева и камня. Как говорится, very simple and high quality. И это правда статусно, но будьте уверены, что оригинал вам обойдется 8000. Это мой самый любимый стул из коллекции Хенч. Ничем не отличается от оригинала, друзья. Именно про эти ножки долго мне сейчас рассказывали, минут 20. Действительно очень похожи на оригинал. Если вам нужна премиального качества реплика, это моя отдельная для вас рекомендация. Господа, приветствую вас. Сегодня приехал на фабрику, которая занимается самыми качественными репликами мебели Хенч. Мы сейчас находимся прямо на фабрике, огромный шоурум абсолютно новых изделий. Хочу вам все показать. Для тех, кто впервые услышал про такую мебель бренда Хенч, рекомендую досмотреть ролик до конца и, конечно, поддержать нас лайком. На самом деле, этот бренд итальянский, очень статусный, брутальный и дорогой. Хотел рассказать про главную философию этого бренда. Это отсутствие четкого следования одному определенному стилю. Брутальность и статусность этой мебели достигается за счет контрастного, порой грубого сочетания стали, латуни, натуральной кожи, дерева и камня. Сегодня вот под маркой Хенч производятся светильники и роскошная мебель. В каждом предмете прослеживаются элементы промышленного стиля. Прямолинейность форм, монументальные конструкции, сдержанные цвета, ярко выраженные фактуры. Мебель Хенч одновременно является и лаконичной, и архитектурной. Прекрасно подходит для промышленных эклектичных интерьеров и может использоваться как самостоятельный предмет декора. Подвесные светильники Хенч, как и мебель, отличаются оригинальными формами и помогают создать в интерьере особую атмосферу. Бренд за все время развивается каждый год и презентует свои новинки, но китайцы все умело и умело их копируют сегодня. Мебель Хенч на самом деле очень узнаваема. Вот все эти изделия, они не повторяются в других коллекциях. И вот, например, этот стол с такой металлической столешницей, вот с этими разводами. И обратите внимание, какие ноги из камня. Уникальные срезы, формы неровные. Даже определенные вот эти кресла P-образной формы, устойчивые достаточно и комфортные за счет, конечно же, мягкого ноутбука. Итальянского, прошу заметить. Эта фабрика делает акцент на качественных материалах. Все эти строчки, прямые линии сделаны идеально. Многие детали, например, как ножки у кроватей, у консолей и так далее, все производятся по уникальным пресс-формам. И я общался с хозяином, он говорит, 7, 8, 9, 10 раз производили. Месяцы потрачены были для того, чтобы достичь этого эффекта, как у оригинала. Эта фабрика проинвестировала 3 года пандемии именно в разработку этой коллекции. И многие изделия, правда, сделаны очень круто. Есть изделия на 80% под оригинал, где-то 90 с лишним, но здесь очень сложно заметить разницу. На сегодняшний день я считаю, что это производство является именно в этом стиле, в этой коллекции реплик Хенч номер один. Друзья, легендарные кресла Vogue от Хенч. Посмотрите, они поворотные, очень удобные, крайне узнаваемые. Среди разного интерьера вы можете увидеть на разных сайтах конкретно эти кресла. Данная версия самая максимальная, самый жирный жир. Сделан из итальянского ноутбука,
Причем задние подушки вот здесь вот все прошиты, как в оригинале. Я сейчас присяду, вы можете обратить внимание, насколько комфортно я расположился на этом кресле. Так вот, немножко о ценах. Так как версия совершенно максимальная, она стоит на фабрике $3000, одно кресло. В оригинале цена начинается от $7500, в зависимости, конечно, от материала. Но будьте уверены, что оригинал вам обойдется в 8000. Поэтому здесь, с учетом доставки и растаможки, вы сэкономите в половину от оригинала. Но это самая максимальная версия исполнения, приближенная максимально к оригиналу. Именно эта фабрика, именно она специализируется только на вот таких вот высококачественных вариантах мебели. Мы пробовали работать с Хенджем на других предприятиях. Они не достигают на сегодняшний день такого уровня качества. Но, конечно, те реплики стоят еще дешевле. Поэтому есть всегда выбор. С нашими менеджерами в онлайн и офлайн режиме вы можете посетить разные фабрики. Если вам нужна премиального качества реплика, это Хендж только здесь можно разместить. Если, в принципе, сильного нету такого требования к качеству, мы вам сделаем аналоги на других фабриках. Но не будет такой детализации, не будет такого эффекта, как в оригинале. Обратите внимание на приставные столики. Вот, например, Хендж, вариант столика. Вот эта часть выполнена из латуни. Она полностью производится из определенной пресс-формы. И вот две части, эти пластины, они сварены вместе. Очень тяжелый. Ой! Вот такой вот устойчивый столик. И вот это уже там шестая версия, мне хозяин рассказал, где они пытаются достичь максимального красивого эффекта именно вот этой структуры латуни. На сегодняшний день это старая уже версия считается у них на фабрике. Они уходят вот от этих темных прожилок, стараются больше выделять такого ярко состаренного золота. И цена, друзья, за этот столик $2500. Поэтому ориентируйтесь, что она не дешевая, эта мебель совершенно, но в оригинале она стоить будет в 2-3 раза дороже. И это правда статусно. И если бы вы меня спросили, какой интерьер я бы сделал в своей квартире или доме будущем, то именно Хендж меня больше всего заинтересовал на нашем рынке мебели. Вот, обратите внимание, журнальный столик. Он выполнен из нержавеющей стали, состаренное золото, и здесь фрезой сделан рисунок. Первые версии планировались из латуни, как в оригинале, но уже просчитав экономику, фабрика сказала, абсолютно невыгодно из латуни делать, это уже можете у оригинала заказать. А вот выгодная версия, и она действительно качественная, из нержавейки. Причем она тоже четвертая или пятая модель, и на сегодняшний день стала самой удачной, потому что фреза не глубоко берет этот рисунок, а абсолютно пару миллиметров, и поэтому легко будет вытирать пыль или какие-то другие моменты с этого стола. То есть вот видите, сколько есть мелочей, о которых потребитель не знает, как, приобретая такие дорогие реплики. Мы проговариваем все это с менеджерами на фабриках. Как, почему, где удачно, где неудачно, все это только в офлайн-туре или в онлайн-туре обсуждается индивидуально вместе с вами. Какие-то секреты производства, конечно, я никогда не расскажу в этих видео. Это наша коммерческая тайна предприятия. Поэтому, друзья, оставляйте заявки на нашем сайте, ссылка под этим роликом,
Чтобы увидеть больше подробных фотографий, тоже есть ссылка на наш телеграм-канал. Ну а у вас всегда еще есть возможность не пропускать наши новые видео, просто подписаться на наш канал. А мы идем с вами дальше смотреть, что же здесь еще интересного. Обратите внимание, модульный диван высокий, как вы все любите. Многие всегда спрашивают, вот надо высокий, вот реально высокий, удобный. Высокой плотности текстиль, подушки, набитые гусиным пухом. Самое интересное, вот здесь вот латунные ноги. Именно про эти ножки долго мне сейчас рассказывали, минут 20, сколько пресс-форм перебрали для того, чтобы сделать их такими красивыми. Посмотрите, пожалуйста, и напишите свои комментарии. Действительно ли это так? Обратите внимание, по всему шоуруму развешаны разные элементы светильников. Это очень узнаваемая версия. Вот эти шары, они выполнены внутри из акрила. Действительно очень похожи на оригинал. Да, это не один в один, но действительно достичь вот этих вот элементов, каких-то эксклюзивных, не так-то просто. Не думаю, что у вас будет какое-то требование прям произвести идентично с оригиналом. Если посмотреть вот в этой зоне освещения, посмотрите, такие мощные рельсы, имитация мрамора такого состаренного. Очень круто смотрятся вот эти вот подвесные светильники в огромном таком пространстве. Сразу меняется атмосфера всего интерьера. Но на этом предприятии, даже если вам не понравились диваны, можно всегда дополнить ваш заказ, например, журнальными столиками. Из натурального мрамора, ножки из латуни, пуфики, какие-то вот приставные версии. Очень крутые именно на этой фабрике элементы декора. Поэтому смотрите ролик до конца и именно фокусируйтесь на тех элементах, которые вам конкретно понравились. Друзья, хочу напомнить, что коллекции мебели Хенч производятся серийные модели 60 дней, а все модели под заказ производятся около 90 дней. Это достаточно долго в связи с тем, что во всех моделях есть металл, латунь, дерево абсолютного неповторимого качества, нержавейка, достаточно сложная в производстве. В связи с этим производство вот составляет такой период времени. Это мой самый любимый стул из коллекции Хенч. Он очень узнаваемый. Каркас выполнен из натурального дуба среднего веса. Полностью все элементы обшиты из нубука натурального. В этой версии не предусмотрены подлокотники. Поэтому, ну вот в таком вот варианте вы можете расположиться на этом стуле. Очень комфортно. Есть поддержка вот здесь вот позвоночника. Я эти кресла недавно видел
в VIP-лаунже Rosewood отеля пятизвездочного. И очень гармонично они смотрелись, причем я там пил чай достаточно долго и сидел на оригинальном стуле. Ничем не отличается от оригинала, друзья, правда. И сидеть за столом очень удобно. Цена этого стула на фабрике $850. Но чтобы вы понимали, в оригинале от $3500 цена начинается в Италии. Почему от? Все зависит от коллекции ноутбука. Он вытирается, этот ноутбук, да, возможно, появятся какие-то затертости, но он и приобретает такую определенную брутальность и свой стиль. Каждое изделие хэнч. А за столом сидеть на этом стуле крайне комфортно, поэтому это моя отдельная для вас рекомендация. Спальня хэнч, внутренняя часть из ноутбука, внешняя часть вообще металл, такой прочный лист, тоже состаренное золото, дополнительные журнальные столики в виде тумбочек, можно сказать, такой вот в стиль. Здесь вот эта часть выполнена тоже из ноутбука, здесь ножка, ну достаточно высокая кровать, посмотрите, вот такой стиль, без определенных шумов. Это, как говорится, very simple and high quality. Обратите внимание на эти поворотные кресла. Они запали мне в душу. Стоимость их $2800 за одно кресло. Полностью выполнено из натурального ноутбука итальянского. Набивка крайне мягкая, очень удобная. Друзья, я правда буду рад, если вы выберете эту коллекцию для своего дома. А на этом я хочу попрощаться с вами. До новых встреч и пожелать вам хорошего дня и отличного настроения. Всем пока!